Финалистка российского музыкального проекта «Голос» Диана Шарапова выступила в Шымкенте. Для зрителей певица исполнила песни известных певцов и различные кавер-версии топовых хитов. Дай нам драмас!
самалға жібер бақыды жүрек көптемді құста қайтқанда сәлі жан сені жаныма келіп жақсы бір сөзде айтқандай сәлі жан сені көтереміз, көтереміз, ал енді айналдырамыз. Сен месте, крутим ручки! Еще, еще, выше, выше! Арманды сүйге! Если вы будете танцевать, любая ваша реакция. Диана Шарапова стала известной после участия на проекте «Голос», где наставником девушки стал артист Леонид Агутин. Также завоевала популярность после исполнения песни под названием «Ты не пришла на бал» вместе с российским стилистом Сергеем Зверевым. Я пришла на новогодний бал. Я не пришла на новогодний бал. А ты так ждал. Сегодня, когда я только начинаю свой творческий путь как сольный исполнитель, я ведь 10 лет была в кавер-группе, теперь у меня стоят новые задачи, потому что у меня набран огромный опыт и работы и в живой команде, и на студии. Теперь моя задача определиться со стилем, наверное, это самое сложное. Очень-очень интересный вопрос, что к чему лежит моя душа. Boys said to hallelujah, everybody hit you hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we just work. Don't believe me, just watch. Come on! Дорогие зрители, дорогие телезрители, я очень рада, что приехала в Шымкент и хочу пожелать вам здоровья. И если бы у меня была такая возможность, я бы вас всех крепко-крепко обняла.